Совхоз был создан правительством на тот момент Советского Союза для того, чтобы поддерживать и развивать авиационную отрасль. В таком своем формате, набирая некоторые обороты по росту числа специальностей и направлений подготовки, университет дожил до 92 года. И в 92 году наступила вторая эра развития нашего университета, где, собственно, был настолько расширен спектр образовательных программ, что с этого момента наш университет можно считать мультидисциплинарным. Тогда академией, ну вот уже сейчас, естественно, университетом. Ну и, естественно, начало уже 2000-х годов, третье века развития нашего университета, которое, собственно, навеяно всеми изменениями, которые приходят извне, причем они приходят не только благодаря изменениям законодательной базы и некоторым правовым актам нашего учредителя Министерства науки и высшего образования, но, естественно, в первую очередь, центральную, наверное, очередь, изменения, которые приходят от тех работодателей, которые поглощают потом наших выпускников. Вот это вечно больной вопрос о том, что всегда спорят индустрии или спорят высшие школы, вы готовите не тех студентов, не тех выпускников, или даете им не те активные знания, которые нужны промышленности, и в то же самое время ответ высшей школы о том, что ну, вы же придите, скажите тогда, какой компетентный портрет выпускника должен быть. У вас этот вопрос до сих пор витает, естественно, в воздухе, не только в нашем университете, но и вообще с всеми представителями вузовского сообщества. И мы потихоньку, соответственно, приняли ряд решений, которые сильно повлияли на развитие нашего университета, а это самое главное, что была произведена экспертная оценка, причем внешняя экспертная оценка деятельности нашего вуза. Были выделены определенные компетенции в целом нашего университета, которые имеют высокие как рейтинговые показатели, так и репутационные показатели, так и показатели, связанные с активной рекламной деятельностью и, конечно же, с значимыми выпускниками нашего университета и отрасли, конечно, тех отраслей, где работают наши значимые выпускники. И вот благодаря этой экспертной оценке было принято решение, что все-таки уже вузу 21 века на сегодняшний момент нельзя оставаться в том состоянии, в котором он есть, если так говорить простым языком. Нужно было выбрать для себя действительно путь развития. Можно было застабилизировать те процессы, которые есть, которые отмечены экспертами, и развивать только те компетенции, которые являются на сегодняшний день активными для вуза, для школ, которые присутствуют в вузе. Можно было модернизировать какие-то процессы, улучшать какие-то уже отработанные или наработанные действия, механизмы и методики преподавания. А можно было выбрать третий путь полной трансформации вуза, так сказать, полной пересборки университета, смещения акцентов. Ну и, наверное, несмотря на то, что существуют, естественно, рамки как законодательные, так и ГОСТов, попробовать все-таки сделать пересборку, в первую очередь, образовательного процесса вплоть до учебных планов, до, естественно, привода новых для нас партнеров, как индустриальных, так и технологических, и попробовать все имеющиеся навыки с предыдущими партнерскими связями трансформировать в развитие их производства, ну, собственно, и нашего, опять же, развития учебной и научной составляющей. Так вот, мы приняли третью все-таки линию, мы решили вступить в фазу трансформации и потихоньку пытаемся этим заниматься. На сегодняшний момент действительно разрабатывается уже современная программа развития университета,
сами процессы тогда еще, да, лет 6 назад, сами процессы все-таки сначала носили все-таки характер модернизации того, что есть, а вот к пониманию того, что нам нужно представлять наш университет совершенно в другом свете, мы поняли буквально недавно, имея уже глубокий опыт модернизации, и решили все-таки заняться пересборкой. Как уже было сказано, в этом году нашему университету действительно исполняется 80 лет. Это приятно, потому что, ну, если мы говорим о физическом лице, то день рождения всегда это один день какой-то, а если мы говорим о юридическом лице, то это, конечно, длительный период, и год, целый год мы будем принимать поздравления, и все мероприятия, которые будут проводиться в нашем университете, от учебных до научных, до развлекательных, массовых мероприятий, насколько это возможно, естественно, будет посвящено нашему 80-летию. Забегая вперед, хочу сказать, что центральным событием нашего юбилейного года будет являться слет выпускников, который состоится в онлайн-режиме. Состоится он 8 и 9 апреля, вот уже буквально несколько считанные дни остались, естественно, мы всех приглашаем на празднование. И не то, что празднование, а присутствие на всех встречах, которые будут проходить в течение 8 и 9 апреля. И здесь мы тоже решили войти с полной трансформацией праздника, если так это можно назвать, потому что помогла ситуация, подвигла ситуация, которая сейчас есть за окном во всем мире, не только там в городе, да, и не только в России, переводящие все встречи и все мероприятия в онлайн-формат. Но и в то же самое время, понимая насыщенность этих двух дней, мы четко себе даем отчет в том, что нам и двух дней недостаточно для того, чтобы донести информацию, новости, текущее состояние вуза до внешнего мира, похвастаться перед нашими выпускниками и, естественно, привлечь новых абитуриентов. Для нас этот опыт будет уже не первым. Крупные мероприятия проводить в онлайн-формате, и, опять же, помогает нам в этом наша региональная точка кипения Санкт-Петербург-УАП. И все встречи, которые будут проходить, они будут проходить в записи, будут проходить, естественно, в этих стенах. Опять же, приглашаю всех на заинтересующие вас мероприятия.